Друзья, 3 года назад я точил одну пиздюлину. Вот пришло время, когда мне снова понадобилась пиздюлина. Я снова ее точу. Посмотрите, как я ее точу. Сейчас вы увидите, друзья, это для тех, кто забыл, как точат пиздюлину. Посмотрите внимательно. Я вот сейчас вам буду показывать. Оп, здесь недалеко вам? Не, недалеко, должно хватить. Поехали! Итак, друзья, пиздюлина образца 2018 года готова. Запомните, для того, чтобы изготовить пиздюлину диаметром 8 мм, надо вам шестигранник размером 24, запомнили? И вот эта подкладочка, вот, друзья, 2 штуки по 5 миллиметров. И у вас получится пиздюлина размером, диаметром 8 миллиметров. Вот. Процесс проточки, процесс изготовления пиздюлины точно такой же, остался такой же, как в 2013 году. Ничего не... Времена, годы летят, а мы остаемся на месте. Точно такая конструкция. Но она еще до конца не готова. Я вам покажу потом уже совсем готовую. И напомню, для тех, кто не знает, для чего эта пиздюлина. Это для зажигалки по фамилии Парабеллум. Поняли? Не гадайте. Оружие я не делаю. А то мне в 2013 году человек... Просмотров было 1,5 миллиона, а человек 500 000 сказали, что я сяду за оружие. Представляете? О, какая радость! Я уже сидел. Можете не радоваться. В этом году не радуйтесь. Это для зажигалки. Поняли? Итак, вот токарные работы с пиздюлиной мы закончили. Вот видите, я ее проточил красиво. Блин, у меня солнце тут светит, друзья. Это ужас. Снимать плохо. И теперь я отрезным резцом буду отрезать. Ну, как я буду отрезать, я вам чуть-чуть покажу. Посмотрите. Только плохо видно будет, друзья. У меня солнце. У меня очень плохо все. Но вы услышите голос пивасика. Таким образом я буду ее отрезать. Спасибо за внимание. Потом, когда отфрезерую, я вам покажу в полном изготовлении. Друзья, пиздюлину 2018 года. Годы летят, а пиздюлина не меняется. Она, как и я, остается такой же. Вот она уже какая стала. Вы посмотрите только. Какая красивая пиздюленька стала. Но она будет еще хлеще. Это еще не закончилось. Это продолжаться будет. Вы увидите полностью готовую скоро. Спасибо за внимание. Делайте такую же. Лучшие пиздюлины... 2018 года. Благодаря вот этому станочку, благодаря вот этим тисочкам, я отметил и просверлил отверстие.
Ития. Я грамматики не силен. Короче, дырку я прострелил под определенным углом. Поняли? Дальше я вам потом еще покажу, что я творю с этой классической пиздюлиной. Вы все увидите, я от вас ничего не скрою. Вот теперь вот к этой вот пиздюлине я вытащил еще одну пиздюлину. Видите, какая она? Вот. Вот эта пиздюлина будет одеваться на эту. О, блин, что же я вам не показываю? На эту пиздюлину. Видите? О. Но это еще не все. Сейчас вы увидите ее отфрезерованную как надо. Ну вот и почти готово. Видите, вот это, что я вытащил, вот, отфрезеровал, забил сюда. Здесь сделал фасочку, видите, и для сварки. И сейчас мне сварщик приварит как надо. Видели, какая классическая пиздюлина? В этом году я делаю ее немножко по-другому. Вот эту всю конструкцию раньше на пиздюлине 13 года я не делал. Сейчас я сделал. Сейчас он мне сварщик приварит вот здесь. Потом я ставлю в тиски и отпиливаю вот это ровно. И напильничком чик-чик, бац-бац, и готово. Поняли? Вот так делается пиздюлина для зажигалки парабеллум нового образца 2018 года. Смотрите и делайте такую же яйо. Подписывайтесь на канал, покупайте книжку, и вы сумеете сделать такую пиздюлину. Даже лучше меня. Я в этом просто уверен. Все, друзья, пиздюлина готова. Видите? Вот. Вот, смотрите, она становится на место. Хась! Оп, провернулась. И вот она там торчит. Understand? Надеюсь, вы поняли, для чего пиздюлина. Вот так она вытаскивается. Спокойно вытаскивается. Кому понравится такая пиздюлина, может тебе сделать. Мне, пожалуйста, не заказывайте пока. Как только продам 1000 книг, так, то построю себе мастерскую потом. И потом буду каждому из вас, кто захочет, делать такие пиздюлины. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Покупайте книги. Ссылка в описании.